Математическая теория гомосексуализма. Вообще говоря, вопрос по отношению к гомосексуалистам и гомосексуализму для современной русской культуры является самым главным и самым центральным. По той простой причине, что у нас полстраны сидела, полстраны охраняла, и в результате получилось, что обычаи зоны колонии, то есть обычаи тех же воров в законе, у нас для современной русской культуры являются определяющим. Более того, я бы сказал, что на сегодняшний день сексуальная практика, те отношения, которые существуют в тюрьме, во многом определяют в лицо современной русской культуры. То есть в известном смысле дед Хасан гораздо больше сделал для современной русской культуры, чем Толстой, Чехов, Пушкин и Достоевский вместе взятые, по всей видимости. Вот так. Но мы сегодня будем говорить не об этом, а будем говорить о таком частном вопросе, как гомосексуализм у морских птиц, а именно у альбатросов и синелапых олушей. Откуда возникает проблема гомосексуализма для эволюционной теории? Да потому что вроде бы гомосексуальные пары не в состоянии после себя оставлять потомство. Следовательно, это такая особенность, которая не может передаваться по наследству. Но если мы посмотрим на колонии альбатросов и синелапых олушей, мы увидим странную вещь, что у них 30% пар являются гомосексуальным. Воспитывают, а они обычно чужих птенцов. То есть попросту они воруют яйцо у своих соседей, у гетеросексуальной пары. И, значит, после этого воспитывают этого ребенка как своего. Хочется понять, откуда такое сумасшедшее количество гомосексуальных пар появилось. Можно показать, что именно вот такие особенности являются наиболее приемлемым для наших птичек морских. Почему? На самом деле у них есть следующая забавная особенность. Они откладывают на самом деле всего каждый сезон всего лишь два яйца. Первое яйцо откладывается раньше, на дня три, а бывает на неделю раньше, чем второе. После этого откладывается второе яйцо. Значит, что получается, если из первого, из второго вылупился птенец? Тогда первый, более старший, наиболее активно требует корма. Он быстрее растет, он и так старше. После этого он приступает к систематическому уничтожению второго птенца. Он его щиплет, кусает в свободное время, когда нет родителей дома. И заставляет его покинуть гнездо. Когда он уходит из гнезда, он подвергается атаками от других пар олушей, которые охраняют своих птенцов, допустим. И после этого умирает либо от нанесенных ему увечий, либо от голода, поскольку его родные родители перестают кормить. Значит, если первый птенец каким-то образом погибает, или яйцо это оказывается нежизнеспособным, или оно попросту пропадает, то вырастает второй птенец. Но важно понимать, что олуши и альбатросы за свой сезон, за сезон размножения, за лето, в состоянии вырасти, дорастить до взрослого состояния только одного птенца. Два жизнеспособных птенца в их колониях – это большая редкость. И мы видим странную вещь, что для яиц невозможна половинка. То есть, возможно, либо одно яйцо, либо второе яйцо. Но представим себе на минуточку, что у нас 20% популяции яиц погибают в самое начало. Тогда получается, что оставшихся 80% вторых птенцов не должны не дожить до собственного совершеннолетия. А яйцо снести очень тяжело. Оно большое у альбатросов и олушей. На него тратится много сил, его много сил следует защищать от хищников, в основном от поморников, и от других всевозможных напастей. Поэтому природа выкрутила из этого ситуации очень просто. То, что я называю математической теорией гомосексуализма. Оказывается, что части особей выгоднее создавать союзы гомосексуальные. И первое яйцо, оно похищается. И таким образом она оказывается, если у тебя 30%, то представьте себе, 30% таких пар, то представьте себе, что у вас, если вот этих, например, пар 30 штук, а оставшихся гетеросексуальных 70 штук, то у вас как бы в сезон получается, что они несут порядка
порядка 140 яиц. И если действительно первые яйца у них пропадают, то это получается, значит, 30%, то остается, грубо говоря, их 110. И мы видим, что получается у нас естественная убыль вот первых яиц на уровне где-то 50% от популяции. И мы видим таким образом, что у нас когда 50% первых яиц пропадает, ну из-за поморников, из-за других хищников или из-за стихийных бедствий, то такая бы популяция была по большому счету с одной стороны либо не жизнеспособной, потому что если бы она, например, сносила бы тогда каждый, не происходило бы воспроизводство, если бы оно несло по одному яйцу. А если бы оно, эта популяция сносила по два яйца, то получается, что она оказывается не энергетически невыгодной. По той простой причине, что у нас получается, что практически каждый второй рожденный птенец должен быть убит его старшим братом или старшей сестрой. Вот так. И природа выходит из этой ситуации очень просто. Путем широкого распространения гомосексуализма. И мы получаем возможность получить как бы среднее число между двумя другими числами. 1 и 2. Вот такое простое соображение, которое можно изложить на бумаге в формулах x и y. И я глубоко убежден, что намного кому еще приходило в голову. Просто я об этом совершенно не знаю. Более того, оказалось, что поскольку пениса же у большинства птиц нету, у подавляющего большинства, и различить самца от самок бывает очень тяжело. И только недавно удалось понять, насколько обычаи гомосексуализма и гомосексуальных пар широко распространены в природе, и в первую очередь сильно распространены у морских птиц. Как легко понять, это совершенно образом естественно, это возникает от того, что истребование максимального экономии энергии. Все так. Спасибо за внимание.